Осенью на рынке раздолье для любителей овощей. Сейчас их много, особенно корнеплодов. Нутрициологи все как один говорят: ешьте овощи, в них много пользы. Первым делом всем советуют капусту. Если рассматривать с точки зрения здоровой нутрициологии, то именно капуста занимает лидирующее место по содержанию витаминов и микроэлементов. Кстати, вот эту цветную можно, пока она свеженькая, молодая, кушать даже сырой. Но идеальнее будет все-таки запечь ее с маслом и небольшим количеством соли. Цветной уже много, а белокочанную никто не хочет. А вот брокколи только на старте созревания. А вот овощ, который сравнялся по пользе с крестоцветными. Тыкву впервые в кашу стали добавлять 5000 лет назад. И на сегодняшний день существует 50 видов тыквы на планете, из которых готовят как десерты, так и вторые блюда. Если вы сейчас представили тыкву только в сладкой каше, преимущественно в рисовой, то оставьте эти детские наивные воспоминания и попробуйте поджарить тыкву на сковороде с красным перцем, чесноком и солью. Не все любят тыкву, и очень зря. Ученые говорят, что в тыкве содержится витамин Т, который позволяет усваиваться тяжелой пищи. Именно поэтому повара знают, что тыква действительно лучший гарнир к любому мясу. Главное выбрать вкусную тыкву. Сорт какой это тыквы? А я не знаю. Просила у нее, она мне дала. А какой сорт, я не знаю. Просто пошли, вот, купили семена, высадили. Я не думала, как пошли. И один, и второй. Вот бабушка там высадила огромную тыкву, вырастила. Но брать ее, конечно, рискнет не каждый. Обычно идут и покупают себе вот такой небольшой отрез. Но самое главное – понюхать. Если пахнет вкусно и сладко, что-то среднее между яблоком, персиком, вот такой аромат у нее, семечек, значит, нужно брать, получится вкусная еда из этой тыквы. А вот последний урожай кукурузы в этом году – это не бондюэль, но тоже вкусная и сочная. Скажите, пожалуйста, она что, реально вкусная до сих пор? Ну, сахарная, мы ее попозже сожарим. Так, да. Можно отварить как бондюэль 7 минут или надо дольше? Да. Нет, 6-7 минут. Если вы понимаете, что лучше забрать эту пользу в зиму, то тогда все овощи можно заморозить. Так поступают и с капустой, и с кукурузой. А еще овощные будни можно разбавить спелой грушей, например, и ягодами, которые осенью на рынке немного диковинка.